Также в микрорайоне Левобережный прошла встреча общественности с руководством города и представителями сферы ЖКХ. Дело в том, что подрядная организация, обслуживающая там несколько домов, в течение 2 недель не убирала территорию. Администрация отреагировала на жалобы жителей по горячей линии и провела проверку. Глава городского округа собрал всех нас здесь. Мы прошлись, увидели все своими глазами, пообщались с жителями. На сегодняшний момент привлечены подрядные организации, значит, допустившие данный провал в работе, сторонние организации. На устранение дан срок 1 неделя. Подобная встреча прошла и в микрорайоне Подрезково. На ней обсудили дальнейшую судьбу домов по адресу Железнодорожный тупик. Несколько лет назад, после реорганизации 336-го строительного управления, они оказались бесхозными. Сейчас их никто не обслуживает. Жителям некуда обратиться, допустим, для того, чтобы поменять паспорт. Да, это должны быть паспортистки, которые их должны обслуживать. То есть им обратиться за справкой с места жительства тоже некуда. Дома должны перейти к городу, но процесс этот длительный. Сейчас у жильцов есть возможность приватизировать квартиры.